Первое, что это четкая финансовая дисциплина, соблюдение ее. За это отдельно благодарность Дрогери Союзу. Второе, это единый центр переговоров, что удобно на самом деле в наше нелегкое пандемийное время. И третье, это единый логистический центр, куда удобно и качественно можно осуществлять поставки. Возможность поставлять большой объем продукции на всю сеть, ну то есть можно уже сказать, на все сети. И вот, ну, это, наверное, самое главное, потому что всегда тяжело работать по чуть-чуть и каждому делать что-то свое. Нам очень комфортно работать. Мы как бы друг друга давно знаем персонально. Вот, росли в этом бизнесе как-то вместе, не только параллельно, но и пересекаясь постоянно. Поэтому я считаю, что здесь в первую очередь именно личностные взаимоотношения на хорошем уровне. Поэтому... Наверное, основная ключевая цифра, которой мы гордимся, это все-таки количество наших собственных торговых марок, которые мы уже запустили. Это именно 12 марок и более 600 SKU. То есть это те товары, которые представлены в наших 12 сетях. Ну, я говорю, что Дрогери Союз – это продолжение наших сетей, потому что мы, прежде всего, ключевые исполнители их запросов с точки зрения развития определенных стратегических задач. Да? То есть сейчас перед нами стоит задача наращивания продаж высокомаржинальных уникальных товаров. И мы как раз для сетей производим такие товары. Это либо СТМ, либо внешнеэкономическая деятельность, либо эксклюзивные контракты. Ну, изначально, когда мы вступали в Дрогери Союз, основным нашим интересом было создание СТМ там, в тех категориях, в которых мы самостоятельно не могли СТМ выпускать по тем или иным причинам. Дальше интересы расширились, так сказать, мы поняли, какие возможности Дрогери Союз предоставляет. Но помимо того, что там СТМ есть возможность выпускать совершенно на другом уровне, и так как мы можем это делать там, своими силами в сети, с привлечением уже другого уровня компаний, внешнеэкономическая деятельность, безусловно, и обмен лучшими практиками. Вот это, наверное, то, что вообще заменить ничем нельзя и найти где-то в другом месте нельзя. В числе основных наших поставщиков он входит в топ-3. И наряду с такими производителями, как Procter & Gamble и Unilever, обеспечивает нам значительную долю маржи. Вот Дрогери Союз стал здесь одним из катализаторов именно коммуникационных в первую очередь и реализации планов на предмет экспорта. Потому что консолидация, она очень помогает выполнять подобные вещи. Я считаю, что Союз – это достаточно емкий рынок сбыта для производителей, который позволяет, с одной стороны, оптимизировать производство, логистику. С другой стороны, Союзы, как правило, способны предоставлять более высокий уровень финансовых гарантий. Ну и Союзы сейчас – это такой очень развивающийся тренд, соответственно, для производителей это такой перспективный рынок. Ну, в первую очередь, я очень надеюсь на его на массовое расширение, количество независимых сетей, что позволит выстраивать как раз закупочную политику более оперативно, более выгодно. Как детям? Расти и развиваться. Вот, расти и развиваться. И, наверное, в наше непростое время это устойчивости и стабильности. Потому что вот стабильное развитие и рост – это, наверное, основное, что требуется в настоящий момент всем.